хризантемы. Какие красивые. А вот и бывшая травматология. Сейчас. Час? Да, чтобы 20 минут выкинули. Я говорю, как чудесно, а машин нету. Спокойно передвигаешься, да, по центру. А раньше мы ходили и дергались. Раз проедет, два, да. И места не было ходить. Здесь вот с двух сторон была парковка, да. А сейчас спокойно, свободно. Идем к Русскому драматическому театру. Смотрите, какая кафешка. Вся зеленая, в зелени. Маленький островок. Русский драматический театр имени Самеда Бургуна. Шла и около киоска увидела. Смотрите, кукуруза. Да. Я вспомнила детство. Сейчас детям делают попкорн. А когда мы были маленькие, всегда кукурузу продавали именно так. Там жила моя бабушка с дедушкой по отцу. Ага. И вот там была будка, которую как продавали там разные всякие всячины. Тбилиси? Да. В этом наверху, в горах, на горе, там же они же в горы, ну, поднимались, да. Ага. Там магазинов по всей не было вообще, да, чтобы магазин надо было не спускаться. Не было там магазинов? Да. Это сейчас бы так все налепили. Ага. Короче говоря, рано утром идет, ходит с большим мешком. Тут больше, чем идет мешок. Вот эти вот кукурузные шарики. Ага. И кричит: баты-буты, баты-буты, баты-буты. Да? Да. Ему, значит, даешь бутылку, ага. Сдаешь старую стеклянную бутылку за 10 копеек. И еще одну, две бутылки сдаешь. И он дает тебе тут кукурузу. Взамен, да. А у него полный мешок этих. Они же легкие. О, как он хорошо. Умный. Он по улице кричит: баты-буты. Баты-буты? Баты-буты. Баты-буты. Да, баты-буты. Значит, и кукурузные шарики, да. Баты-буты называются? Да, да, друзья так было. Вот тогда берешь быстро бутылку, вот эту бутылку, вот эти мешок. Сбоку там. И шарик тебе отдает. Шарик тебе отдает. А еще, знаешь, помнишь? Это для меня было такое. Да, классное. Да, да, праздник. А еще там наверху маленькая будочка была через улицу наверх. Там продавали конфеты такие, мампансе, такая плоская. Мампансе. Железная такая была. Да, да, я помню. Маленькая. Она сверху цвет, да, был синенький, золотистым. Да, я помню. Цветов были. И там разноцветные были эти. Леденцы, да, такие. Да, да, я помню. С разным вкусом. Да, с разным вкусом. Но они в коробке в одной лежали, они склеивались там уже долго лежали. Все равно отламываешь. Да, ее грызешь, да, да. А еще знаешь, что продавали? Вот такие квадратные, прямоугольные, как тоже кукуруза, но это не кукуруза. Тоже воздушные брикетики сладкие. Да, да, да. Ты помнишь? Помню. Тоже очень вкусные были, сладенькие. Сейчас газ. Немножко совсем головка маленькая, сохнет. Если из-под вина надо, два бутылки, две бутылки, а если из-под вина, можно было одну бутылку. Помнишь, а я тоже сдавала бутылки. У нас в подвале под домом. Пункт прием, стеклотар был. Кстати, сейчас тоже в Сумгаите. Мы везде спрашиваем, баночка в... Да. За 10 копеек принимается. И банки 800-граммовые, и бутылки, да. Спросили сегодня, еще увидели в магазине. Но баллон, наверное, дороже будет. Бутылки где? Банки. Банки. Бутылки, знаешь, какие для компота. Та женщина принимает. Да, тоже принимает. Да, раньше мы стеклотару дети сдавали. Быстренько пошустрим, на балконе соберем, побежим, сдадим. И мороженое себе
Мама потом хочет закрыть что-то. Говорит, а где мои баллоны? Говорит, где мои банки? Такое тоже было. Там мужчина что делает? А? Мужчина что делает? Да, ключи вот там делает. Мужчина. Ключи? Ключи. А там сапожник, по-моему, дальше. Будка. Он ключи делает. Здесь сапожник. А вот там уже первая школа. Мама там училась в первой школе. Но мы его всегда называли Банковский парк. Банковский скверик так назывался, я не знаю. Мы во всяком случае так называли. А вон первая школа. Кафе «Снежинка», да? Каждый раз ты мне рассказываешь. А мне написали, там очень вкусный был кофе «Глиссе». Да. Это пирожные и кофе «Глиссе». Да. Написали еще кофе. Газированная вода тоже была? А мама говорит, там были сосиски. Кинотеатр Низами. Идем к 23-й школе, к вокзалу. Сейчас мимо кассы будем проходить. Касса оперы и балета. Проспект Рашида Бейбутова. Это вот покрасили, что ли? А вот верба, посмотри. Лимоны. Верба. Вот и 23-я школа. Сейчас будем мимо проходить. Здание кирхи. А вот у меня подписчица мне писала, говорит, спасибо, что сняли здание кирхи. Я, говорит, в этом здании, вот видишь, 111-й детский садик. Ходила в садик. Вот в этом здании садик находится. Аличкина школа. Какое-то время здесь она занималась. Художественная школа номер 1. Пока мы ее не устроили в школу искусств номер 4 Бузамнах. Так, университет Ази. На вокзале Бакинском. Сейчас пойдем купим билетик на электричку и поедем в свою деревню Ноухане. Нет, в это время не думаю. Тоже расписание электрички изменили. Раньше очень удобно было. 14:50, 15:50. А сейчас сделали только в 15:50 и все. А в 14:50 уже убрали. И так неудобно. Вот сидим в зале ожидания, ждем. Сейчас
немножко посидим и пойдем. Очень удобно в зале ожидания на вокзале. Сделали вот такие вот места, столики, как кабинки отдельные. И вот там розетки, можно зарядить телефон, покушать, что-то выпить. Удобно. Я говорю, такая погода чудесная. Только я вот сейчас именно ездить отдыхать по нашим регионам. Наверное, все поля в цветах, в маках. Еще в Гебеля есть лавандовые поля. Мне так хочется туда попасть. Как-нибудь поедем тоже. Вот именно сейчас начнется цветение. А маки в основном, очень много маков в Шамахе, в этом регионе. Сели в электричку, сейчас поедем за Эмином. Так хорошо, уже включили кондиционер в электричке. Приехали в Новханы. Такой свежий воздух. Сразу чувствуется, что это за городом. Жду Эмина, пока оденется. Цветочки немножко поснимаю вам. Уже вечер, цветочки начинают закрываться. Вот там вообще закрылись уже. Вот, видите, спать легли. И эти тоже. Как дела? Да, чё? Чё ели? Я ела голубцы. Опять голубцы? Да. А кашу ел? Угу. Остановились яблочки купить. Пока папа яблочки выбирает, а я увидела дерево. Посмотрите. Дерево цветет и так красиво, сиреневое. Не знаю, камера передаст. Напишите, кто знает, что это за дерево. Ну, просто прелесть, а. С чем-то мне сирень напомнила. Вот издалека лучше видно.